Всем привет! Решил заснять сюжет, как солить рыбу для вялки. Рыба размороженная. В общем, расход получается на 10 литров 1 килограмм соли. Это 20-литровые ведерки, то есть получается 2 килограмма соли, 2 пакета. Вот соль. Сейчас покажу готовый вариант. Вот так вот. Это гнет у меня ведерко с водой 10-литровая. Там рыбка. Она солится. Четыре дня. Потом промываем ее водой и развешиваем. Вот так вот. Да, свялится, разложим по коробкам. Вешу за хвосты, чтобы лишняя влага стекала. А зимой вешу за глаза, чтобы жир не вытекал, а оставался. Потому что зимой-то она точно не испортится. В плюсовую-то температуру может и загнить. Вот такой вот сюжетик.